День, дорогие друзья, я сегодня хочу сделать обзор, распаковку принтера фирмы Xerox Phizer 3020. Вот здесь он представлен. На сегодняшний момент это модель, которая универсальная, скажем так, легко печатает, легко заправляется, очень качественная и, скажем так, за небольшие деньги. Производит Китай, получается. Лазерная печать, формат А4, А5. Плотность бумаги, на которую он рассчитан, от 60 до 163 грамм на метр квадратный. Потребляемая мощность 313 ватт. Весит он 4 килограмма. От производителя дается гарантия 12 месяцев. Подключается он как может и к компьютеру, так и к смартфону. Ну, там должны быть специальные программы. Поддерживают программы это Linux, Windows. Скорость печати 20 страниц в минуту. На сегодняшний момент, даже как я уже говорил, это одна из лучших и интересных моделей, которая долговечная. Вот она пришла. Сам, получается, принтер был, видите, показываю мешочек защитный. Вот он, видите, запечатанный, заклеенный. В комплекте у нас это документы в мешочке. Вот здесь. И, соответственно, для подключения 220 вольт у нас кабель силовой, видите, евровилка, все, вот кабель. И кабель для подключения, видите, USB, тут получается, вот как написано, 2.0. И также могу добавить, что чем хорош этот принтер, что здесь возможность подключения через Wi-Fi. То есть вы можете поставить любое место, подключить его к сети электрической, подключить к Wi-Fi, который у вас есть, и, соответственно, перебрасывать команды на печать через интернет по Wi-Fi, скажем так. Ну, спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал. До свидания.